Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Белиссимо» отмечает свое 16-летие. Отличительной чертой коллектива является его неповторимый танцевальный стиль, который невозможно перепутать ни с одним другим. Без преувеличения можно сказать, что коллектив «Белиссимо» ни на кого не похож. И если вы хотите развить у своего ребенка индивидуальность, вам сюда. Руководитель балетмейстер-постановщик ансамбля «Бреус» Татьяна Александровна. Татьяна Александровна получила высшее образование по специальности балетмейстер-постановщик современной хореографии. Принимает участие в мастер-классах украинских и мировых звезд хореографии, а также 5 лет совершенствовала свое мастерство у всемирно известных хореографов в Италии. Преподаватели коллектива – это только профессионалы своего дела, мастера спорта по спортивной гимнастике, хореографы с высшим хореографическим образованием, а главное – люди, которые любят свою работу, могут найти подход к каждому и станут хорошим учителем и другом для ваших детей. В коллективе занимаются девочки и мальчики всех возрастов, начиная с 4 лет и выше. Приведя своего ребенка к нам, уже в скором вы сможете увидеть положительные изменения. Каждое занятие включает в себя разминку, растяжку, проработку всех групп мышц, изучение отдельных танцевальных движений, импровизацию, работу над ритмикой для развития музыкального слуха, пластикой, развитие двигательной памяти, координации движений и чувства стиля. У нас ваш ребенок сможет научиться таким видам танцевального стиля, как современная и классическая хореография, джаз-модерн, контемп, акробатика. Но что немаловажно, что коллектив «Белиссимо» не стоит на месте. С каждым годом развиваясь и добавляя в свою палитру все новые и новые стили. Это и народная хореография, хип-хоп и многое другое. Ансамбль регулярно участвует во всеукраинских и международных конкурсах и фестивалях, откуда привозят исключительно первые места и гран-при. «Белиссимо» является обладателем бронзового Кубка мира на международном чемпионате по современной хореографии, полуфиналист телевизионного конкурса «Крок Дозирок», чемпион Украины на телевизионном всеукраинском конкурсе «Премьер-лига», обладатель первого места на Международном фестивале искусств в Болгарии, золотой призер на Международном хореографическом фестивале «Мегаполис». В 2008 году ансамбль «Белиссимо» стал лауреатом городской молодежной литературной художественной премии имени Винграновского. Коллектив принимает активное участие в жизни города. Каждый год «Белиссимо» проводит отчетные концерты. И всегда это театральное, яркое и красочное шоу. Особенность ансамбля в том, что на сцену выходят абсолютно все дети коллектива, без исключения. Каждый родитель сможет наблюдать своего ребенка на сцене и увидеть, чему он научился за год. «Белиссимо» – это родной коллектив для нашей семьи. В нем занимается наша дочь уже больше 6 лет. Это занятие, в котором закладывается как и вкус, так и стиль у каждого ребенка. Друзья, вот уже на протяжении 10 лет в конкурсах «Эвридика» и «Орфей» в гостевой программе всегда принимают участие воспитанники Татьяны Бреус, образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Белиссимо». Всегда это ярко, всегда это интересно, всегда это необычно. Я поражаюсь и восхищаюсь мастерством юных талантов, юных танцоров. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок блистал на лучших сценах нашего города, и не только нашего города, приходите и приводите в этот прославленный коллектив своих детей. Татьяна Бреус и ее команда ждут вас.